Как вы думаете, от кого может быть такой приятный сюрприз? Есть подозрение? От офиса? От офиса. Работник. От офиса. От одного. У нас есть еще одно поздравление. Еще одно? Да. Как вы думаете, от кого? От Виталия. От Виталия? Все может быть. Давайте я зачитаю некоторые слова. Я думаю, вы догадаетесь сразу. Дорогая моя мамулечка, родной мой и самый близкий человек, поздравляю тебя с днем рождения. Спасибо тебе за все, что ты сделала для меня. Твоя сила духа и стойкость всегда поддерживали меня и давали выстоять в трудную минуту. Мне так хочется пожелать тебе всего на свете, а подарить еще больше. Пожелать здоровья, много отменного здоровья. Пожелать, чтобы ты не уставала, не огорчалась, была счастливой и задорной, улыбчивой и веселой. Пусть прожитые годы не отражаются на твоем лице, чтобы ты всегда была молода и красива. Достатка тебе, моя драгоценная мамочка. Не только материального, но и душевного. Ведь ты столько своей доброты и тепла отдаешь нам. Не заботись о себе. Пусть не будет невзгод и тяжелых мыслей. Я очень тебя люблю. Спасибо за все и за то, что ты у меня просто есть. С днем рождения, моя мама. Спасибо. Спасибо большое. Можете передать пару слов? Спасибо большое, мой дорогой сынуля. Я тебя тоже очень-очень люблю. Не ожидала такой сюрприз от тебя, сынуля. Спасибо большое. Спасибо, ваши аплодисменты. Ну что же, следующий музыкальный подарочек, конечно же, для вас. Поддерживаем аплодисментами. Все друзья.
Все трачем обіцяє. Ого! Так что наполняйте ваши стаканчики. Thank you.
Итак, музыкальный подарок специально для вас в этот прекрасный день, день рождения. За друзей выпью горький настой, эх, налей, корёк.
свободных не грабью. А в общем огорчаться мы не будем, побережем друзей от мелочей. Мы Сталина еще раз зыбко судим, наслушались застольных мы речей. За друзей, за друзей поднимаю бокал. Эх, коллежек, налей, эх, Андрей, подыграй. За друзей, за друзей выпью горький настой. Эх, налей, Игорек, и за поле нам спой. Всю ночь до утра.
теперь чуть помедленнее. Вышли мы из дома, когда во всех окнах погасли огни. Один за одним мы видели, как уезжает последний трамвай. Ездят такси, но нам нечем платить, и нам незачем ехать, мы гуляем одни. На нашем кассетнике кончилась пленка. Макай! Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Песенками, с шампанским. Еще у нас есть маленький сюрприз для вас. Подарочный сертификат на 20% скидки на следующий заказ. Если вам надо кого-то поздравить, пожалуйста, обращайтесь. Спасибо. Ну что ж, и конечно же, еще один музыкальный подарочек специально для вас. Наивных детских слез.
специально для вас в этот прекрасный день рождения. Спасибо. Спасибо. Спасибо.